Просыпайтесь, профессор Хейг. Через пару секунд после знакомства я могу сказать, хочу ли я быть с этой женщиной. Со мной ты хочешь быть? Боже мой! Привет! Моя красотка-сестра Оливия. Оливия – мой красавец-англичанин. Я уже месяц пытаюсь тебе сказать. Я беременна. Я выйду на улицу, глотну воздуха. Ты будешь прекрасным отцом. О, да. Наверное, ел креветки. Моя жизнь полностью изменилась. У меня есть жена, у нас все отлично. Ребенок. Подавай папе. И роскошный вид из окна. Все просто идеально. Я полюбила другого. Ты что? Сколько я выпил? Ребята, давайте жить дружно. А зачем здесь Оливия? Я должна знать, что с Джейком будет ответственный человек с действующими водительскими правами. Где ты научилась так водить, черт возьми? В Мексике. Читаешь лекции о романтизме и не способен на настоящие чувства? Раздражение – это настоящее чувство. Буэнос диас, сеньора. Это лучшая работа в моей жизни. Я разберусь со всем этим, обещаю. Мне нужна ты. Мне нужен мой сын. Мне нужна моя семья. Это не рационально. Это романтично. Как заниматься любовью по-английски? Они же неудобные. Поэтому девочки их сразу снимают.